Добрый день! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о том, о рассаде. Я каждый год сажаю рассаду помидор, огурец, перец. Хочу вам показать, я первый раз в этом году пользуюсь вот этим грунтом. Обычно я хожу, набираю землю. У нас хорошая земля недалеко, возле дома. Но в этом году вот решила попробовать вот этот грунт. Что я могу вам сказать по поводу этого грунта? Мне понравился он очень. Там присутствуют и микроволокно, и какие-то витамины. Вот. И не слишком жирная вот для рассады. Я сейчас вам покажу, я уже как бы начала сажать рассаду. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, вот в этом, в таком лоточке я уже посадила пачечку помидорок. Буквально дня 3 назад. Вот так как у меня такой средняя суточка, лоточка, как говорится правильно, нету, я решила, что можно найти дома с подручных средств. Взяла 1,5-литровую баклажки. Вот, 1,5-литровую баклажки. Вырезала небольшие такие... Как вам объяснить? Сделала лодочки. Вот. В которые мы с вами сейчас будем насыпать этот же грунт. И вот эти семена я решила попробовать в этом году. Вот это семена у меня помидорок. Которые я уже одну пачечку из них посадила. И огурцы. Ну, правда, тут немного фирма у меня другая, да. Раннесортные они получаются, эти огурчики. А и помидорки у нас тоже раннесортные. Сейчас мы с вами начнем. Итак, продолжаем. Берем грунт. Насыпаем понемногу в наши, как так я сказала, лодочки. Конечно, не очень удобно. Ну, постараемся аккуратненько. Без грязи на столе, естественно, не обойдется. Единственное, что в этом грунте есть большие комки. Ну, это полбеды. Мы их быстренько разомнем. Итак, я наполнила нашу лодочку грунтом. Затем я беру семена помидор. Они очень-очень мелкие, очень мелкие, их практически не видно. Я их всегда высыпаю на стол, ну, по крайней мере, мне так удобно. Пересыпаем, так, чтобы вам было удобно брать их. Пересыпаем на стол. Затем, что мы делаем с вами? Мы берем... И делаем небольшие такие вот, ну, поглубже. Я не знаю, видно вам или не видно. Луночки. Вот видите, здесь присутствует разное волокно, разные белые витамины. Затем мы берем по 3 штучки и засыпаем в каждую луночку. По 3 штучки берем. По 3. Вот так. Видите, семена настолько мелкие, крошечные совсем. Ну, ничего. Продолжаем дальше. Итак, мы должны заполнить полностью нашу лодочку. Вот, затем мы берем каждую луночку. Мы засыпали по 3 зернышка. И ложечкой засыпаем наши луночки. Засыпаем, заворачиваем как бы их, закрываем. Хорошо так закрываем их. Вот. Вот
немного утрамбовываем, немного, чтобы не сильно прижался наш грунт, для того, чтобы пролезли наши семена. Итак, продолжаем со второй луночкой. Все точно так же, как пока у нас есть семена. Итак, мы наполнили семенами две лодочки. Сегодня мы посадим помидоры. Для огурчиков я подыщу какую-нибудь другую емкость для рассады. Затем у меня вот такая бутылочка-поилочка, она просто с маленьким горлышком. Распылителя у меня нету пока, ну, уже куда-то затерялся, конечно, с того года. Вот. И поливаем нашу лодочку, рассаду нашу, семечку, чтобы она намочилась в грунте. Тщательно поливаем. И один, и второй. Вот так. Ну, я делаю по-своему, понимаете? Каждый садит в свое время, в свое... У каждого, в общем, как бы сказать, свое, своя, в общем, степень сажения. Вот. Как бы так. Ну, я думаю, кому нравится, тот будет повторять за мной. А у кого каждый смочит по-своему. Всем спасибо, подписывайтесь на канал.